Генеральный спонсор места происшествия – сеть магазинов автозапчастей для иномарок «Евразия Авто Плюс». Приобретай автозапчасти в сети магазинов «Лада Деталь» или «Евразия Авто Плюс». Вы получаете скидку на их установку 20% на станции техобслуживания «Сервискар». Выгодное партнерство, надежный автомобиль. В эфире проект «Место происшествий». Мы продолжаем. Решил показать приятелю навыки вождения. Опытный, но пьяный водитель Hyundai Solaris на проспекте Строителей. После бурного застолья мужчина рассказал знакомому, что за рулем он 30 лет и кое-что понимает в машинах. Однако шофера задержали сотрудники ДПС уже после нескольких метров движения задним ходом. За всем происходящим наблюдал наш корреспондент Павел Москвин. Сотрудники ДПС спешат на парковку по проспекту Строителей и замечают маневры пьяного водителя Hyundai. Автолюбитель Дмитрий сначала сделал вид и рассказал, что машину он не управлял. Спиртные напитки употребляли, говорю? А что ж ты? Зачем ездить? Зачем ездить? Ездил. А? Ездил. Вы? Позже инспекторы рассказали Дмитрию, что их видеорегистратор все зафиксировал. Мужчина во всем сознался. Водитель оставил телефон в своей машине и присел в патрульный автомобиль, а друг Дмитрия, Сергей, ушел в киоск за пивом. Согласны ли проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения? Да. Согласны? Проводим. Значит, мундштук запечатан. В вашем присутствии скрываю. Новый, свежий, чистый. Мужчина надеялся, что прибор покажет такие цифры, после которых его отпустят. Еще. Достаточно. Так, понятые, смотрите. Допустимо 0,16 миллиграмм на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе. Все, что выше, будет установлено в состоянии алкогольного опьянения. 0,392 миллиграмма на литр. Дмитрий Николаевич, состояние алкогольного опьянения у вас установлено. С результатом свидетельствования согласны? Да. Тем временем к водителю подошел пассажир Сергей. Он решил поиграть в шпиона и представился случайным прохожим. Мужчина попросил зафиксировать все административные процедуры. Что нужно зафиксировать? Права и обязанности? Конечно. Какие? Ну, говорите, как водителя, вы говорите. Водителя. Через минуту Сергей обратился как будто бы к незнакомому ему Дмитрию с просьбой одолжить ему пиво. У вас пиво там стоит. Ну возьми, выпей. Можно? Ты сейчас зачем? После того, как водителя оформили инспекторы, он решил поделиться мнением о пьяных водителях. У меня стаж 30 лет. У меня мотоцикл. Ну, короче, все на свете. Я пьяный никуда не езжу. Никогда в жизни. А есть придурки, молодежь, допустим, на мотоциклах, которые есть. Мне просто их жалко. Машину погрузили на эвакуатор, но Дмитрий и Сергей не расстраивались. Они открыли пиво и продолжили общение. Сергей Пичугин, Павел Москвин, место происшествия.